Recent s-a desfășurat campionatul național de bodybuilding 2017. Cineva spunea, bodybuildingul este o artă, corpul tău este pânza, greutățile sunt pensulele tale, iar alimentația este vopseaua. Fiecare dintre noi este capabil să-și schimbe autoportretul într-o capodoperă. Împărtășind această idee frumoasă, l-am invitat în studioul nostru pe Vitali Calestru, culturist profesionist, campion absolut al Moldovei la bodybuilding 2016, antrenor personal. Salut, Vitali, și bine ai venit! Drăs. Cum ți-a părut campionatul din anul acesta în calitate de spectator de data aceasta? A crescut sau nu nivelul de organizare? A crescut sau nu calitatea profesionalismului sportivilor care au participat la concurs? Avem un progres sau un regres în anul 2017? Ну, выскажу свое мнение и о чемпионате, и о участниках. Опять же, никого не хочу обидеть, просто скажу вот плюсы, которые я заметил, и минусы. В плане организации мне очень понравилось место проведения, которое выбрали. Это театр оперы и балета, это зал больше, и сцена лучше, свет лучше. Для спортсменов очень важен именно свет на сцене. Это мне понравилось. Призы тоже были хорошие. В принципе, с каждым годом призы становятся лучше и лучше. Что мне не понравилось, это относится как бы и к организаторам, и к участникам. Это то, что ну, было, да, 80 человек в этом году выступало 80 человек, но... Это больше, чем в прошлом. Это больше, чем в прошлом, но в действительности, допустим... Я бы выпустил на сцену максимум 50, потому что, по моему мнению, было очень много ребят, которые были не готовы. И, опять же, обращаясь к спортсменам, нужно себя адекватно оценивать. Ну, вы же смотрите там соревнования спортсменов, я имею в виду, они смотрят соревнования там в России, в той же Украине. Ну, надо как-то чуть, не знаю, лучше готовиться, держать диету, не кушать картошку фри на подготовке. Из-за этого соревнования очень сильно растянулись. Получилось, что соревнования длились 5 часов, и чтобы хоть как-то сократить это время, организаторы пошли на такой шаг, что произвольная программа каждого участника, она обычно должна длиться минуту по регламенту. Но включали музыку спортсменам, не знаю, секунд, может, 25, максимум 30. За это время ты как бы не успеваешь ничего показать. И вот это меня очень расстроило именно как спортсмена, потому что для меня вот именно вот этот выход, произвольная программа, это самое такое интересное, можно сказать, где ты можешь показать себя. Вот, hai că o să revenim la discuția noastră, dar vreau să urmărim un reportaj împreună cu telespectatorii noștri ca să vadă și ei, de fapt, cum s-au desfășurat lucrurile, să fie să intre mai bine în temă. Colegii noștri de la Busuioc TV, de la Vedete Fără Secrete, au fost acolo, așa că dăm imaginile. Switch it up like bass, 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 În timp ce spectatorii își ocupau liniștiți locurile în sală, în culise, pregătirile erau pe ultima sută de metri. Sacrificiu, muncă și pasiune, toate pentru a fi declarat cel mai bun la campionatul național de bodybuilding. Vladimir Grigoriev, unul din campionii concursului, a precizat că o atitudine serioasă și un comportament disciplinat fac parte din componentele ce garantează reușita. Eu niciodată nu rășitam la 2-3 место. Любой профессиональный спортсмен, он если готовится, то он готовится занимать только первые места. То есть я также не назову себя профессиональным спортсменом, но я хочу прийти к этому, да, получить прокарту, выехать за территорию Республики Молдовы, защищать наш флаг, да, то есть выступать под нашим флагом. Поэтому дисциплина, ребята, всего лишь дисциплина. Președinta Federației de Bodybuilding și Fitness din Moldova a declarat că acest domeniu al sportului nu face decât să încurajeze și pe alții să devină cea mai bună variantă a lor. Мне очень нравится этот вид спорта. Я люблю людей, которые несут спорт в массы, мотивируют других людей становиться лучше, красивее, следят за своим телом. И я хочу, чтобы этот спорт в нашей стране получил такое же развитие, как
как в Америке, наверное, как в Штатах. Чем больше у нас красивых людей с красивым телом, с красивой фигурой, ведущих здоровый образ жизни, тем лучше. Competiția a adunat peste 80 de sportivi care au concurat la 22 de categorii. Cei mai buni au primit premii și cupe. Din câte știu, bodybuilding-ul așa și nu a ajuns să fie declarat un sport olimpic. Cum crezi, care este motivul și, în general, de ce le-ar trebui acest lucru reprezentanților acestui sport? De exemplu, ție, de ce ți-ar trebui ca sportul ăsta să fie declarat olimpic? Ну, я думаю, что этот спорт никогда не будет олимпийским. Объясню почему. Потому что бодибилдинг у всех ассоциируется с приемом допинга. Потому что, когда видят накачанного как бы спортсмена, сразу понятно, что он употребляет допинг. Понятно, что и бегуны, и велосипедисты все употребляют допинг. То есть абсолютно все, кто принимает участие в Олимпийских играх, употребляют допинг. Но они направляют этот допинг на развитие там, скоростных качеств, выносливости и так далее. Да, по ним не видно. То есть, ну, хотя мне, допустим, видно, если человек пробегает 100 метров за 10 секунд, то понятно, что он что-то употребляет. А по спортсменам, бодибилдерам сразу видно, то есть, что он употребляет. Вот. Поэтому, я думаю, никогда не станет олимпийским видом спорта. Hai să facem o tangență cu industria muzicală și cinematografică. Din practica internațională se vede clar cu ochiul neînarmat că acest gen de sport își spune cuvântul și își aduce aportul pozitiv spre dezvoltarea acestor arte. Tu, în calitate de antrenor personal și ai foarte mulți prieteni, bănuiesc, care lucrează în acest domeniu, ți-ai făcut o concluzie cât de mult cântăreții noștri, actorii noștri și alte personalități publice cer ajutorul unui profesionist pentru a-și spori imaginea scenică, pentru a-și spori succesele lor? Ну, я думаю, что должны, конечно же, потому что это публичные люди, они должны хорошо выглядеть, но тут уже, в принципе, каждый сам решает. Это, я бы не сказал, что, допустим, наши актеры, артисты, они посещают чаще клубы, чем другие люди. Это уже каждый для себя решает. Как бы. Ну, я считаю, допустим, должны. Мне кажется, вот в США они все занимаются, ну, актеры. Сейчас это Севеде Кларпе. Да, да. У нас это связано просто с развитием фитнес-индустрии в стране. У нас это только-только набирает оборот. И открывается много фитнес-центров, это становится все модным, правильно питаться, тренироваться. Я думаю, что придем к этому тоже. Eu am urmărit o știre zilele astea că Britney Spears merge la sală de 17 ori pe săptămână. Am o întrebare, tu de ce mă chemi pe mine la sală doar de 3 ori? Нет, ну, у них есть, конечно, периоды, когда там какие-то, ну, допустим, может, перед турне или так далее, они занимаются усиленно. Актеры вообще, вот, допустим, этот Крис Хемстронг, то, что играет Тора, да, он вообще за полгода из вот такого вырос, вот такого. А это реально, да? Да, это реально, они просто за полгода, и когда есть даже YouTube-канал один на YouTube есть канал, называется «Спортфаза», и там вот показывают как раз тренировки тех или иных актеров перед подготовкой к роли. И вот у него это длилось полгода, и тренировки, ну, ничем не отличаются от того, что мы вот, когда готовимся к соревнованиям. Очень жесткие диеты, очень, и очень жесткие тренировки. А сам есть периколоз пентру виаца лор? Ну, как, да нет, не сказал. Есть ли он риск? Есть ли он риск? Ну, это же не делается на постоянной основе. То есть, да, это стресс для организма, но на какой-то промежуток времени. Это не постоянно. То есть, не думаю, что это наносит какой-то вред. Пить и курить намного вреднее. С сигуранца. Tu ești oarecum un creator de frumos. Sculptezi în corpurile oamenilor până ajungi la un rezultat armonios, până ajungi la o imagine perfectă. Așa te-ai sculptat și pe tine însuți. Cât de greu, sau nu, poate, a fost ca să ajungi la acest rezultat? Ну, я не сказал бы, что мне это дается как-то тяжело, потому что мне это в удовольствие. То есть кому-то кажется это странным, там, как можно вот кушать там 6 раз в день по часам, каждый день одно и то же, каждый день тренировки и так далее. Но если это в удовольствие, то это не приносит никакого дискомфорта. То есть мне, если спросить, тяжело, ну, может,
последние две недели перед соревнованиями тяжело, да, когда очень мало жира в организме, когда организм начинается процесс обезвоживания, тогда да, это тяжело реально. А так это в кайф, всегда в кайф. Te-ai gândit vreodată că când ți-a fost greu în momentele acelea, că vreau să las totul și gata, nu mai am nevoie de competiție și de nimic? Ну, это, говорю, может за неделю до соревнований такое, когда ты, да, тебе уже все равно какое-то место займешь, все равно вообще на все, на призы, на... Ты просто думаешь, вот я сделаю последнюю тренировку и больше в зал не зайду месяц. Но когда соревнования проходят, и тебе стоит только поесть, попить, ты уже готов завтра идти опять в зал. Și totuși tu ești campion absolut al Moldovei. În anul trecut, deci ai obținut locul de frunte. Te-ai așteptat la asta? Ну да, я к этому стремился. То есть очень я старался. Когда мол тим, котян? 9 лет. Ну шел я к этому. Но андемунка. То есть в своей категории я занимал первые места, но именно вот абсолютным чемпионом вот стал первый раз в прошлом году. В этом году я отдыхал, не выступал, потому что до этого 8 лет подряд я выступал и как бы чуть-чуть тяжело. Фосгрев. Да, физически. И в этом году я решил отдохнуть, уже на следующий год буду... В форме. Да, и чтобы конкуренты не расслаблялись. Виталий Калестру се энтуарче, Терминатор се энтуарче. В следующем году я собираюсь прийти... Încă o întrebare scurtă. La felul în care arăți tu, perfect, adică, te-ai gândit vreodată să te faci cântăreț sau actor? Ну, певцом мне точно не стать. Стой, апропо де аста, я știu, что ты, я тебя студят puțin биография та, и știu, что тебе в копилерии тебе плачал очень много Eminem. Chiar și semănați foarte bine unul cu altul. Ну да, нет, ну, как бы, мне нравится, вообще, я бы хотел уметь петь, конечно, но мне не дано, но вот в плане актером, ну, это мне больше интересно, то есть я бы хотел попробовать, я даже и пробовал. К нам приезжал один раз режиссер из России, его все знают, он в «Каламбуре» снимался раньше, он приезжал к нам, какой-то сериал они снимали, вот им нужен был большой парень, и был кастинг, там у нас было человек 25, наверное, и меня выбрали в этом сериале сниматься, но там получилось так, что съемки с 2 ночи до 7 утра, я тогда готовился к соревнованиям, я, естественно, отказался. Но так бы, конечно. Окей. Виталий Калестру есть еще антренорул мел персонал, а со мной есть он секрет, а шака, да кто сама фач старат катини, он с ним выцкнти. Фачеш он дует, по лорбу, дой мускулочь, жмоч. Виталий, тебе спасибо фарте мульт, к ай гасит тим са ви ла ной студиоуц, ценем помнишь, сура мульт сукчес пентру анул витор. Спасибо. Врео сажун ши мистер Олимпия. Да, Ай, антренор, ай. Te mai aștept cu mare drag și altă dată. Și acum vă invit, dragi telespectatori, să privim către scenă unde ne așteaptă Victoria Codiță, vicecampioană la Bikini Fitness Junior și Bikini Fitness până la 162 de centimetri. Ea este acolo pregătită să ne facă o demonstrație. Să urmărim. Numărul 68, Victoria Codiță, Chișinău. Salut, Victoria! Și bine ai venit în studioul nostru! Salut, bine v-am găsit! Ai făcut multe tipuri de sport, tenis de câmp, atletism, alte multe activități în domeniu, ai fost antrenoare personală, ești antrenoare de Kango Jumps și tot felul de grupe la sălile de sport, ești arbitru de fotbal oficial de 3 ani, faci Universitatea de Educație Fizică și Sport, dar toate acestea nu sunt de ajuns pentru o femeie puternică, așa precum ești tu, și în anul trecut ai început să practici culturismul. De ce culturism? De mult visez să fac culturism, pur și simplu admiram fetele pe internet, mă ocupam la sală, ca tare sală fac undeva, înainte de a începe a face culturism, fac sală undeva de 4 ani. Doar ca așa, ca un amator mai mult, după care admiram fetele pe internet și am zis de să încerc și eu. Mi-am încercat, prima experiență am avut-o anul trecut și ca așa s-a început. Și anul acesta deja, anul trecut nu ai obținut premii de frunte, din câte știu, da? Din câte țin minte. Da, pentru că a fost prima oară, nu am avut experiență. Dar bravo pentru curaj! Da. Dar anul acesta te-ai așteptat că o să obții chiar atâtea premii? Sincer, a fost foarte neașteptat pentru mine, adică nu m-am așteptat să iau locul 2, dar oricum când m-am pregătit, scopul meu era
Să jucăm primele trei, da. Ce frumos! Da. Și care sunt scopurile tale de acum încolo? Uite, ai urcat destul de sus. În 2 ani, eu cred că este un rezultat uimitor. Da. Ca tare doresc ca toată această vară să muncesc pentru o competiție internațională? Internațională, care va avea loc în septembrie, însă nu sunt sigură. Adică dacă îmi voi atinge scopurile ce ține de corp, de proporții, atunci voi participa. La anul vreau să iau aurul. Ce vorbești? Da, și acum ești argintată, la anul vii aurită, da? Da, vin aurită. Te așteptăm. Victoria, îți mulțumim că ai găsit timp să vii la Vedete Fără Secrete, să ne împărtășești din secretele tale. Îți dorim succese, să te vedem doar pe locurile de frunte, mai sus și mai sus. Și acum o să te las să te îmbraci, pentru că mi se face mie frig când te văd. Iar eu, dragi telespectatori, o să merg către canapea ca să salut un alt invitat drag.